7Q. Ну чё, продолжаем. Продолжать. В прошлой серии мы остановились то, что мы ходили вот в эту часть, в левую. Давайте сегодня пойдем в правую. Посмотрим, что нас тут ждет. Только включим фонарик. Да, у нас по патрошкам вообще все печально. Осталось только 4 патрона винтовки. Это, как говорится, не может не огорчать. Ты Фобос? Чего она добивалась? Так, магнум патрошек, хорошо. Не знаю, чего она добивалась, но походу мы сюда не пройдем, да? У нас нету ключика. Они есть. Так, прикинь. Только давай мы вернемся назад. Посмотрим, может где-то тут что-то лежит. Может и не лежит. Так, погоди, мы отсюда пришли, да? Ну да. Ладно, идем. Так, переключимся на девочку, присядем и посмотрим. Бабаек нету. Хорошо. Так, что тут сегодня прибыл Стюарт? Ага, долгожданный урожай вируса, хорошо. Иди сюда и добудь мне потрошков. Либо что там у тебя есть? Ага, не получилось. Стой. Понял. Блин, пару дней не поиграешь, и все, и сразу с первого раза не получается. Так, шикарно. Что это у нас набор, да? Ящик с редкими деталями. Но не скажу, что нам прям сильно так необходимо это все. Карта доступа второго уровня. А кто-то помнит, где нам нужно карту доступа использовать? Или нет? Или не помнит? Карта доступа. Я помню, где-то нам нужна была карта доступа второго уровня. Только где? Блин, вот эти вот колеса... Ёптвою. Вот эти вот коридоры, коридорные. Так, включи. Включи свет. По-моему, не здесь, да? Давай еще раз пробежим. Тут сейчас где-то будет монстр за какой-то из дверок. Здесь, по-моему, да? Да. Ага. Ага, а ну, иди, беги ко мне, беги ко мне. Все. Последний патрушек. Где же нам нужна была карта доступа второго уровня? Так, хорошо, мы сюда зайдем. Только давай посмотрим. Ага. Заходи. Так, ну да, здесь у нас жгут. Потом мы, по-моему, сейчас найдем где-то здесь... Еще, да, ящик с предметами. И пару патрошка винтовочная. Так, а давай мы тебе передадим. Во. Передадим, хорошо, пошли вниз. Посмотрим. Так, блин, жалко тут бегать нельзя. Ну, либо можно, но... Я что-то как-то туплю. Так, здесь. В душе. Ага, в душе ничего нет. Так, погоди, а ты хочешь вырваться, да, я смотрю? Не помните, где тут нужна карточка второго уровня, ребят?
Тогда тут нужна карточку второго уровня. Так, это первого уровня. Здесь у нас бабайки. Какой-то быстрый. Какой ты быстрый у нас, да? Так, если я здесь сейчас открою, здесь на меня монстры нападут. Не, это нам не надо. А тут я уже не помню, а тут тупик. И здесь тупичок. И здесь тупичок. Здорово, да. Как оно? Да ты шо, серьезно? Серьезно? Прям ты прям такой серьезный, да? У нас типок. Ну все, дон листали библиотеки. Блин, неужели придется возвращаться аж в самый конец, либо в самое начало? Давай тут еще посмотрим. Но, по-моему, тут ничего нету. Так, бонжур. Блин, хоть бери, пересматривай предыдущую запись со вторым. Во. Отлично. Отлично, отлично. Так. Далее, ты ведь устала. Отдохнешь? Я не устала, но спасибо. Не устала? Молодец. Так, здесь мы ничего, да, не можем? Ага, бутылочка, бутылочка. Отлично. Давайте хотя бы наделаем с вами. Где? Т-т-т-т-т-т. Вот оно. Так, сочетание. Раз. Сочетание. Два. Все, три коктейля Молотова есть. Отлично. По-моему, если не ошибаюсь, в предыдущих сериях, не конкретно этой игры, а части типа Резика там 3-го, 4-го, всякие остальные, то, по-моему, было давалось больше патронов. Еще один коктейль Молотова. О, и хилка. Шикарно. Шикарно, шикарно. Сейчас кто-то вырвется, да? Ага. Сейчас кто-то вырвется. Да это я это понимаю, но... Тревога! Тревога! Обнаружен повышенный уровень вируса. Активированы патрошков нету. Все двери закрываются. Лифты будут отключены до устранения угрозы. Стопэ, 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 братиш. Стоп, стоп. Очень близко. Стреляй. Погоди. Тревога. Тревога. Обнаружен повышенный уровень вируса. Активированы карантинные процедуры. Все двери. Еще чуть-чуть. Держись там. А где эта мушка? Где там мушка? Тревога! Тревога! Обнаружен повышенный уровень вируса. Тревога! Тревога! Обнаружен повышенный уровень вируса. Погоди, не то. Активированы карантинные процедуры. Все двери закрываются. Понял. Лифты будут отключены до устранения угрозы. А у нас как бы все, у нас по нулям. У нас как бы все по нулям. И что делать? Правильно, муравью. Ну а этот как его приделает, да?
Тревога! Тревога! Обнаружен повышенный уровень вируса. Да я это понял. Активированы карантинные процедуры. Все двери закрываются. Погоди. Дай. Лифты будут отключены до устранения угрозы. Сочетание. Самое тупое, что у меня 8 патрошков, все. Слышь, а подойди-ка ты ко мне сюда, я тебе попробую в бочку мэкнуть. Тревога! Тревога! Обнаружен повышенный уровень вируса. Активированы карантинные процедуры. Все двери тихо, закрываются. Тихо. Лифты будут отключены до устранения угрозы. Да я это понял, да. Ну, по-другому так. Никак тут его. Все. Если здесь ничего нету. А здесь ничего нету. О! Падла. Обнаружен повышенный уровень вируса. Все? Угроза устранена. Все двери открыты. Это было реально на тоненького, понимаете? Реально на тоненького было. Ой, ты кирпичик взяла, да, чтобы нас защищать? Понял. Ну, зайчик, нам кирпичик этот не поможет. У нас 0-0-0. А, 4. Прикольно, прикольно. Это песня. Какая? Знаешь ее? Знаю, что она мне не нравится. Что за песня? Блин, а можно ли мне побольше патрошков? О, вот это хорошо. Вот это вот хорошо. Зараза, фонарик. В самый раз. Ага, и что делать? Ребят. Я так же самое не вижу ничего, как и вы. Без понятия, о чем ты. Тихо. А ты? А ты? Может, ты фальшивка? Лотти! Что ты с ней сделала? Лотти была моим другом! Падла. Вот зачем, Алекс? Чего до ребенка докопалась? Угу. Согласен. Настоящая или фальшивая? Так, можно выстрел первого уровня. Ящая, фальшивая. Ты отвергаешь то, что тебе дано. А ты? Отвергаешь. Нет, это ты отвергаешь. Так погоди, она себе в отки в бошку мэкнула. За прошлой серии, либо в прошлой. Как она с нами разговаривает? Говорит, а что за ужас-то творится? Я прав.
просто могу тебя уничтожить. Мне придется тебя уничтожить! Бескер! Наталья! О нет, не посмеешь. Я понимаю, что ты чувствовал, Альберт. Просто жить недостаточно. Мне нужно больше. Жесть, я так понимаю, мы сейчас с ней будем сражаться. Это, конечно, все хорошо. Но я таки извиняюсь, у меня очень мало патрошков. Их вообще почти нету. Ё-моё. Нахера до ребенка докопалась? Так, мне надо в эту штуку, я так понимаю, стрелять, да? В которую я не попадаю. У нас тут коктейли молотого нигде нету, случайно? Это что такое? Что за жесть? Ага. По нулем. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, отстой. Все это было ошибкой. Сама ты ошибка. А она моя царапка, понятно? Ах, ты падла. Ага, согласен. Так, ребятушечки, а у нас проблема, у нас нету. Так, погоди. Нет. Сочетание. Так, беги. Слышь, а она не хочет взорваться? Как-то ли? Ага. Женщина, успокойтесь, пожалуйста. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Тихо, надо уходить. Надо уходить. Последний момент меня хватил. Падла. Отстань, пожалуйста. Ну ты смотри, какая большая, а мы маленькие. Страх заточил меня в этом мерзком круге. Да заткнись ты!
Падла, отстань, отстань, отстань. Ой-ё. Ё. Какая ты стрёмная. Какая ж ты стрёмная, падла. Ага, всё. Я не попадаю в нее. Ты что, заела, женщина? Ну все, 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 ты настоящий, давай дружить. Если бы я еще попадал бы, да? Если бы я еще попадал бы. Ё-моё, убегай. Не верьте ей, она по-любому встанет. Я же говорю. Я же говорил, что она встанет. Ага, извини, что заставил тебя ждать, грёбаная техника. Пошла она в жопу. Сюда, бегите к лестнице! Посмотри на это, сука. Охуенно! Мойра, прости меня. Ты была в беде, и я... И ты вернулась на вертолете со снайперской винтовкой, и это просто охеренно, так что заткнись! Давай-ка я разберусь. Уверен, что я не нужна тебе, Барри? То есть, пап? Будешь всегда нужна. Но пока
У меня есть это. Я прикрою тебя с вертолета! Боже, что с ней? Только подойди, сука! Ари! Ближе подмани! Подстрелю ее! Урою и тебя! И всю твою поганую семью! Отойди от нее, Барри! Так, я таки извиняюсь, но нельзя было Барри на вертолет уже сесть. Все, Барри, сори. Больше нет. А, есть, да? Это я понимаю. Пора заканчивать. Держитесь крепче. Потрясет немного. Хорошо. Йо. Это я переключился, да? А нельзя назад вернуться никак? Так, уходи, уходи, уходи. А куда надо бежать? Так, где ты? Алло, я не вижу ее. А, вижу. Слушай, Мойра, мне не стоило так сильно тебя контролировать. Все хорошо. У тебя была масса причин для беспокойства. Ты держалась молодцом, Мойра. А как иначе? Она же Бёртон, вашу мать. В общем, пусть наши ребята здесь все почистят. Ну а сам-то чем займешься, Барри? Постараюсь снова стать отцом. Так он сейчас в Китае? Превратились в похожие на коконы статуи. Однако, ладно. На данный момент нам не удается найти связь.
Ага. Скажи Пирсу, чтобы за ним присматривал. Ландшафт из трагедии, постигшей город Толуокс на этой неделе. Усилия властей направлены на сдерживание паники, охватившей Китай. Антитеррористическое подразделение. Пап, может поднимешь задницу? Клэр будет здесь с минуты на минуту. Усилия властей направлены на сдерживание паники. Ох, ну извиняюсь. Эй, Полли, ты куртку мою не видала? Наталья, ты наверху? Иди одеваться! Клетка искала птичку, но птичка исчезла. Птичка изменилась.